Итак, привет всем. Сегодня у нас 16-долларовая сессия. Должна была быть 11-долларовой. По какой-то причине работяга потянулся за этим билетом, за коричневым. Потом передумал и дает мне синенький и зелененький. Я говорю, знаешь, если ты уже пытался дать мне тот, уже добавляю 5 долларов, дай мне его, вдруг он выигрышный. Итак, из этих 16 долларов, 4 билетов, ну, наверное, один билет будет выигрышный, может быть, там от 2 до 5 долларов. Мне сейчас нужно минимум 50 тысяч. Итак, смотрим. Здесь у нас выигрышные номера 12, 7, 3, 8 и 1. Выигрышные номера 6, 9, 2. 4, ну я хотел сказать 4, да. 9, ну девяточку я называл. То есть это у нас билет не выигрышный. 4 и 9, ни 4, ни 9, ни мультипликаторов, ничего. Это хорошо, потому что если из 4 билетов хотя бы один будет выигрышный, это будет означать, что мы получим минимум 5 долларов. Это больше, чем мы могли бы получить на том, на маленьком билетике. Итак, номер 3, номер 19, номер 23, номер 10. Здесь у нас 10 текст не бывает, да? А сколько у нас бывает? 2 и 5. Умножители могут быть 18, 28, 24, 20, 4. Выигрышный номер будет 4. 18. У нас есть 17 и 19. А, 18 есть. 5 долларов, наверное, будет, да? 5 долларов. Ну вот, скорее всего, это будет единственный выигрыш. 29. Есть у нас номер 29 где-нибудь? Нет. 24. О, еще 5 долларов. Ура! Мы выиграли 10 долларов. 24. И еще один номер. Один. Такого у нас нет. 10 долларов. Лучше, чем ожидается статистика, но у нас еще вот этот коричневый, который мы надеемся, как это, супер джамбо выигрыш, короче. Супер дупер джамбо. 12, 6, 24, 9, 4, 28, 14, 15, 1. 17, 25 и 8. Ничего выигрышного не видим, ни повторяющихся номеров, ни мультипликаторов, ничего, да? 18 и 29. 18 и 29 нет у нас таких. 16 и 23. Нет у нас таких, да? 16 и 23. Ну давай, красавец, покажись, как ты пытался отговорить работника магазина дать мне тебя в руки. 27, 2, 16, 8, 17, 12, 7, 29, 13, 23, 21 и 15. 26 и 18. 26 и 18. Нет у нас таких. 23 и 11. О, выигрышный номер. 10 баксов. 10 баксов. Ну хорошо, больше чем ничего.